Дай. Но она откуда с горы же течет. Я хочу посмотреть, откуда она течет. Смотрите, какая красота. Вон она оттуда пошла. Там, кстати, есть лесенка вон какая-то. И я так понимаю, что она вытекает где-то оттуда. Вот если подняться сюда поближе, посмотреть. Сейчас я бегу. Вот она пошла, речечка. Ручеек такой. Ну, кстати, из него воду пьют. Это горная речка какая-то. А мне говорили, что здесь можно набрать водички попить. Ай! Нет, с горы. С горы, да. А вот здесь вот сделали такой крантик, откуда можно попить водички. Ой, а водичка вкусная. Я так понимаю, что это какая-то, может быть, родничок такой. Очень интересно. Такие пещелья. Такое вот прикольно вообще, здорово. Идем мы с вами вот по таким вот, по берегу, с таким штуком. Ну и, естественно, смотрим еще и волны на море. Смотрите, я вам сейчас здесь покажу все. Где он здесь вот так? У нас здесь парнишка по воде, куда-то нас ведет. Ничего страшного, мы гуляем. Очень классно. Ой, вода теплая. Русская волна набегает. Вон еще одна. Класс. Ребята, смотри, какие волны красивые. Ну посмотри, какие волны красивые. Ну и ничего, а Катя, Катя, я же на море. Такие вот булыжники здесь. Обалденно. Как красиво все, как здорово. А вот там дальше еще лучше. Там такой вот мысик. Я вижу, куда мы, собственно, все идем. Там такие вот камни. В море прямо такие камни. Обалдеть, большущие камнищи такие, класс. Так, а мы идем через такие вот катакомбы. Слушайте, вообще это прелесть, это вообще такое вот прелесть. Я вам передать не могу, ребятки. Всем настоятельно рекомендую. Голубой, господи, голубую бухту. Кто будет здесь, обязательно посетите вот эти места. Посмотрите, какая прелесть. Вот люди чего так вот устраиваются. Идем с вами к таким камням. А вот здесь вот так вот все выглядит. Вот, посмотрите, как здорово. Вот такие камешки люди соорудили, я так понимаю, специально для этих самых, для вещей. Кто-то визжит, кому-то делать нечего. Что, какая-то лестница, я так понимаю, это недострой, да? А, нет, она куда-то ведет, слушай. Эта лестница, куда-то можно подняться на ней. Обалдеть. И опять течет водичка горная.
речечка. Так, она так спускает вдоль горы. Вот еще течет ручей, прям с горы. Я поднимаюсь еще по одной лестнице, я так понимаю, что она недострой, что она ржавая вот такая вот. Но куда-то она все-таки ведет, и мне любопытно. Естественно, надо свой нос сунуть. Вот так она стекает, речушечка. Там стоит крантик, значит, получается, ее можно пить. Не зря там кран придумали. Не просто так. Вот опять вот здесь вот не можно спуститься чуть-чуть. Такая смотровая площадка. Вон мои стоят, наша команда. И вот здесь вот зачем-то сделали еще такую ступенечку. Вот она пошла, речушку там течет оттуда. С горы, я так понимаю. Очень там вон-то красиво. Вот зачем сделали сюда, я не понимаю. Вот эти несколько ступенечек. Чтобы спуститься сюда и, может быть, здесь водички набрать. Ну, смотрите, как здорово. Сейчас я попробую залезть вот сюда, снять приступчик. Посмотрите, откуда вытекает. Мне очень интересно. Вообще очень красивые здесь места. Вообще обалдеть, первый раз я здесь. Вот она потекла вот здесь, эта речушка. Вон она откуда-то вытекает. Вон оттуда она вытекает. Обалдеть, красота. Маленькая такая горная речечка. Ну, очень здорово. Супер просто, посмотрите. Вообще класс. Еще по одной лесенке крутой с вами спускаемся. Но эта лесенка не крутая. Эта лесенка так. Вот эти вот горные речушки. Смотрите, как она красиво спадает, да? Вообще красиво так вот по горе прям спадает. Так здорово вообще. Класс, очень красиво. По этой лестнице я поднимался с вами. Заходил немножечко вон туда. И мы с вами идем вниз от этого солнца к морю. Слушайте, ну это что-то. Ребята, я в таком восторге, дорогие мои, я вам передать не могу. И вот мы специально сделали краник. И так понимаете, его можно пить воду. Сейчас я попробую немножко спуститься аккуратненько. И попробовать попить этой водички. Вот он, ой, кран. Ой, вода вкусная, кстати. Надо будет набрать воды с собой. Потому что вода реально, такое ощущение, что это родник. Вот он так вот интересно, он стекает. Дорогие мои, идем с вами обратно. Пытаемся пройти. Идем аккуратно, чтобы нас не смыло. О, красивый. Такой мысик был, вот его надо было обойти вот так, потому что здесь вода льет. Вот, поэтому мы его обошли. Вечереет, поэтому идем. Какая волна пошла, какая красивая волна. Обалдеть. Вот еще одна большая волна. Ну-ка. Вот еще одна. Опа! Вот такой закат.
очень красивый такой морской пейзаж, такой вот закат. Солнышко прям светит красиво. Мы идем с вами дальше. Идем вот к той лестнице, куда мы сейчас будем в нее вскарабкиваться. Еще одна сетевая водичка, тоже речка. Ну, я вам уже ее показывал. Уже мы ее пили, воду эту. Идем дальше. Вот наша группа туристов. Ползущих по берегу. Хотели пойти морем, но решили идти верхом, потому что морем будет неудобно. Там вот такой вот этот вот песогорчик, который надо будет переходить. И его нужно переходить на четвереньках, потому что он там не совсем удобно идти. А так нам вообще вот этот мысик обогнуть, и там совсем чуть-чуть. Но мы решили подняться вверх. А вот мокрый собак, который купался. Собак, мокрый собак. Вон собака ныряет. Ныряет собачка. Обалдеть. Какая умница. Вон поплыла, поплыла к берегу. Какая прелесть. А я куда и снимаю? Опять нырнул, ага. Обалдеть. Опа, класс. Опа. О, какая волна пошла. Опа. Здорово. Опа. О, опять нырнула. Нырнула. Собака нырнула. Смотри, класс. Камешек схватил. Обалдеть. Красота, девочка. Какая прелесть. Камешком во рту. И звезда. Ты звезда. Бегаешь, не расстаешься с камешком, собак. Ну, спасибо, дорогая. На лестницу на эту большую? Она обратно куда-то, она прямо пулей бежит вообще. А обратно мы ее за шкирку тащим. Такая прелесть. Вы где-то дрессировали так. Мы нет, нам ее отдали в декабре. О, опять занырнула. Мы не знали даже, что она так. Мы зимой поехали на море просто погулять. Она у нас передавая ныряет. Обалдеть. О, опять. Опять с камешком. Она у нас рыболов прям. А все думают, что это водолаз. Это вот... Опа. Попка кверху и пошла. Обалдеть. Класс, ты посмотри, вообще. Смотри, что твое. Лапами задними, опа. Ты наша звезда. Ты красота такая. Ты красота. Умница! Мы с вами идем к назначенной цели нашей вот этой вот большой лестницы. Вот она, мы сейчас по ней будем каким-то образом пытаться залезть. 275 ступеней. Все-таки люди говорят, что не 280, как я вам говорил, а 275. Но это тоже прилично. Сейчас будем, я так понимаю, с остановками, но подниматься. Ну что, дорогие мои, в путь. Идем на лесенку и поднимаемся. Опа! Так, здесь перил нету, надо перехватываться. И пойдем, пойдем, пойдем по вот этим вот ступенькам. А тяжеловато. Тяжеловато, говорю. Ну, вообще, да. Надо передохнуть. Такая вот сверху красота. Ветерок поехал. Такой вот закат. Красивый.
Вот я стою на этой лестнице, на крутой. Ну что, пойдем с вами дальше. Нам надо забраться вон туда. Вон туда нужно забраться. Идем карабкаемся. Димка, а вот это ты... Так, горная сосна. Вот так вот она выглядит. И большие, и у нее красивые иголки. Нет, поднимайся выше. Не, это, конечно, жестоко. Люди здесь идут с остановкой. Я еще пока не останавливаюсь. Поднимаюсь. Ой, ну я не знаю, мне нужно будет, наверное, передохнуть. Потому что это не каждый осилит. Мы когда спускались, люди, которые шли на подъем на этой лестнице, останавливались на передых. Фу. Обалдеть. Высота. Вон там тоже поднимаются люди. Но осталось совсем чуть-чуть преодолеть вот этот помостик. Фу. И забраться по этой лестнице и вон по той. Вот здесь уже ступеньки не такие крутые, здесь можно уже попроще уже подняться, можно и с разбегу. Ну, собственно, вот эта лестница, по которой мы поднимались. А теперь нам надо забраться вон туда. Здесь она уже бетонная. Можно, конечно, пройти вот здесь. Но я, честно говоря, не рискну, потому что, чтобы пройти здесь, нужна специальная обувь. Идем с вами дальше. Поднимаемся вот по этой бетонной лесенке. Ой, господи, первый раз такой вижу. Пока дойдешь, упреешь. Но зато адреналин и красота. Такую красоту я первый раз вижу. Чтобы так вот была лестница в море, надо было кому-то ее так сделать. Это же бетонная, это же специально сделали людей, наверное. Молодцы. Респект и уважуха тому, кто это все делал. Вот честно. Очень красивые виды. За нами идут люди. Поэтому... А, вон еще один пролет. Я думал, что это все от него. Там еще пролет. Оказывается, это не все так просто. Еще вон пролет у нас. Ого! Ну ничего, мы это сделаем. Вон люди отдыхают, стоят. Вот это вот расстояние мы преодолели. Она идет винтом вниз. Ну что, друзья мои, последний рывок. Осталось забраться вон туда. Я уже у цели. Поднимаемся. Поднимаемся. Вот специальный сток для воды. Я так понимаю, что когда, наверное, сам вода течет по этому выступу. Слушай, ну, в принципе, умно придумано. Молодцы. И вот именно бетонную сделать. Что надо было придумать такое. И почему-то именно в этом месте. Это, наверное, специально. О. Здесь ступеньки еще круче пошли. Ну ничего, мы поднимаемся. Да. Фух, все, мы на верхотуре. Вот еще раз вам эту лестницу покажу, по которой мы с вами спускались и поднимались. И она идет аж вон туда к морю. Что, дорогие мои, пойдемте дальше, в обратную сторону. Такая вот полянка. И все в хвоях. Все хвойное. Кстати, вечереет, и так красиво, когда вечереет. Когда солнышко било в глаз, было не так. Сейчас вечереет,
И очень здорово. Опять идем через хвойничек. Вот такой. Сейчас пойдем немножко другой дорогой. Посмотрим, какой. Наверное, через институт океанологии, где мы с вами уже гуляли. Скорее всего, пойдем там. А потом вниз, по низу, по пляжу, уже по-нашему, и в пансионат. Там мы, кстати, с вами еще не ходили. Нет, ходили, по-моему, не помню. Ну да ладно, еще раз пройдемся этой дорогой. Покажу. Покажу вам. Такая вот красота здесь. Идем опять какими-то неведомыми тропами. По такой лесной тропиночке. И вот сюда вот вглубь уходим. Но куда-то нас поведут немножко другой дорогой. Ну и не страшно, и классно. Зато погуляли с вами, посмотрели все вот эти красоты, всю вот эту красоту, морской пейзаж, волны и так далее. Не могу и пройти мимо этого места. Здесь так красиво, так здорово. Смотрите, вечерний пейзаж, и совсем все по-другому смотрится. Вообще по-другому. Посмотрите, какая красота. Кстати, и солнышко красное. И вот они все, баржечки, стоят вдоль. Ну, в этот, в бухту Новороссийска. Я-то их вижу ближе, а вам немножко далековато. Вот такая красота. Пойдемте дальше. Вот та лавочка, где мы с вами уже были. Там вот люди сидят. Мы идем мимо нее, которая лавочка, которая на обрыве находится. Мы мимо нее сейчас идем. Да, наверное, пойдем через долину Роз, через этот кемпинг. И... Вот, смотрите. Вот такой вот скальный спуск. Пойдемте-ка с вами вот этой дорогой. Тропинкой, то есть. И куда мы с вами выйдем? Ой, там собака. Ну вот мы с вами подошли к тому месту, кемпингу, под названием Долина Роз. Вон они, виднеются домики. Мы с вами здесь как-то гуляли. Здесь еще одна есть лесенка маленькая, синим понтоном. Если помните, я по ней лазил, вам показывал. Вот сейчас мы решим, как мы пойдем морем. Спустимся по этой лестнице, пойдем морем, или же мы пойдем поверху. Через океан, через институт океанологии. Сейчас решим. Вот так все это выглядит с высоты. Вон они, домики. А это самый кемпинг. А спустились мы с вами вот по этой тропинке оттуда сверху, с горы. И идем дальше вниз. Как раз нам туда и надо. Сейчас будем решать, как мы пойдем. Низом морем или все-таки верхом. Ну, вот мы с вами подходим к этому кемпингу, который называется Долина Роз. Мы с вами здесь, помните, как-то гуляли? Сейчас вечереет, а я иду себе в пансионат, дорогие мои. Дорогие мои, еще раз всем спасибо огромное, что были сегодня со мной на прогулке. Надеюсь, вам понравились те места, где мы с вами сегодня погуляли, где мы с вами сегодня полазили. И по морю, и по пляжу, да и вообще. Вот, еще раз всем огромное спасибо, что были сегодня со мной. Оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я всегда с вами. Надеюсь, в ближайшее время, ну, за ближайшие 2 недели, много еще чего вам покажу, потому что мне осталось 2 недели до 3 сентября. 3 сентября я возвращаюсь в Москву. Вечером улетаю. Вот, и как бы вот еще есть время отдохнуть, поэтому мы будем с вами еще гулять, гулять и гулять. Помимо прогулок будет еще, я так думаю, много чего еще, несколько, может быть, еще парочку стримов я выпущу. Вот, поэтому будем с вами наслаждаться вот этой теплотой, морской энергией, вот этими вот красотами местности, местной, ну, окрестностей, да, потому что погода здесь не меняется, вот уже как бы... Да, середина августа, уже почти конец августа, а здесь до сих пор 30 градусов тепла. Где бы такое-то видели, да? Вот, поэтому будем наслаждаться с вами вот этой теплотой,
заряжаться морской энергией. Поэтому оставайтесь со мной, а я с вами прощаюсь на сегодня. Всех люблю, всех обнимаю. До новых встреч, всем пока.